Мне тоже хотят еще это пришить. Но я стращаюсь, как ты дети, ты меня стращаешь. Понятно? То, что я даже инструктор не знаю. Ну, это как раз, я не видел, как я спил. Я не могу заявить, что вы хотите. Вот. А что-то я в карабане написала, я сейчас не расскажу. Вот. Это просто ужасный фильм, понятно? Это такое, я сейчас объясню. Виртуальная память. Потому что просто уровень абсурда, который со мной правил, запрещает картинку исполнить. Нет, не привезла вообще никакого отношения. Это идиотизм. Во-первых, мне 51 год. Я прошу всех не забывать о том, что мне картинку зачем. А вдруг мой спорт не подписан, и так далее. Но вижу, что там быстро все, почему запросы там равно понятно, как это. Можно какие-то круглые темы, какие-то крупные, какие-то такие лицерные. И начинаю по ней восторгать. И выражать мою семью, и тоже сказать, выражать мою семью. Каждый раз, когда я говорю, вдруг мою семью, они называют пшеницей. Что это такое? Вот если они приняли к нас остановиться, не происходит, правильно? Нет, так ничего не происходит, а если произойдет? Ну, если, понимаете, если что-то там в отношении вас, там, да, будет какое-то там нарушение, понимаете, мы как представители исполнительной власти, конечно, примем меры. Правильно? Вы разъясните? Значит, что я здесь делаю? Потому что этот домой, человек стоит на улице, разговаривает сам с собой, вы не понимаете. Вы примете меры? Ну, я вам еще раз конкретно, мы действуем открыто.